Как относишься к браку людей разной национальности и религии? Что думаешь насчет всем известной, как закон природы, разумеющейся полигамности мужчин? Считаешь ли ты, что замуж до такого выходить не стоит? И вообще, существуют ли верные мужчины, что прям ни глазом, ни мысли тебе не изменили? Так, ну вопрос длинный, поэтому давайте начнем с первой части. Как я отношусь к браку людей разной национальности и религии? Я отношусь положительно, если это любовь. Если это настоящая любовь, то нет никаких преград. Неважно, какой мы национальности. Если мы любим друг друга, если мы любим наши души, если мы слились в одно целое, то все остальное неважно. Это все, опять же, вот какие-то, знаете, предрассудки, опять какие-то шаблоны, опять какие-то рамки. Меня, кстати, из-за этого и из колледжа погнали, с музыкального. Потому что я ненавижу рамки, меня это всегда угнетало, меня это всегда деморализовало. Я понимала, что когда есть рамки, нет никакого развития, нет никакого прогресса, это только регресс. И что бы мне кто ни доказывал, но по-другому и быть не может. Понимаете, даже в спорах, что тут говорит, рождается истина. И если нас помещают в рамки, о чем прекрасно может идти речь? Я сейчас говорю только о любви. Мы можем жить в разных странах, мы можем разговаривать на разных языках. Но если мы понимаем друг друга, если у нас единые ценности, если вот произошло это слияние, то что нас может остановить? Объясните. То, что написано в книге, меня это должно остановить. Я скажу больше. Я перед этим видео ходила в церковь и задавала батюшке этот вопрос. Ну, не только этот, я задавала многие вопросы. Так вот, я... даже на диктофон все это записывала, потому что для меня это, конечно, мягко говоря, такая прям вакханалия происходила, и я все как бы это внимала, но и в то же время я понимала, что я должна как бы побыстрее отсюда уйти, иначе что-то будет плохое. Во-первых, он мне первым же делом задал вопрос, как я буду воспитывать, как я представляю наших детей и вообще как мы их будем воспитывать. На что я ему сказала, мы с мужем решим, как воспитать детей. Если я считаю себя хорошим человеком, я не выберу рядом с собой человека, который будет, не знаю, плохим, то у двух хороших людей не может появиться плохой ребенок. А он мне говорит, ты понимаешь, что это грех? Ты даже думать не должна о том, что, предположим, твой мужчина мусульманин. А мужчина твой, он не должен думать, что он может когда-либо связать свою жизнь с женщиной другой веры. Это харам. Это неправильно. Я все это слушаю и понимаю, задаю ему вопрос, подождите, как мне может книга говорить, кого я должна любить? Вот если там это написано, почему я должна... восхвалять эту книгу, любить эту книгу, если мне запрещается любить. Мне запрещается любить человека. Как мне жить тогда? Объясните, как я должна ходить по этому свету, если есть столько всякого «но», если есть столько ограничений. И я не понимаю, понимаете? Для меня это своего рода зомбирование людей. Если... я полюблю человека, который будет другой религии, и если это будет мой человек, то я точно узнаю, что для нас не станет никакой преграды. Я точно знаю, что вот эти вот стандарты, вот эти вот шаблоны, они никак не будут являться преградой между нами. Также он мне сказал, что это возможно, если вы оба индифферентны к вере. И я говорю, ну как бы это все относительно. Я, например, не хожу в церковь каждый день, но я молюсь каждый день. И я это делаю только от чистого сердца, понимаете? Я не молюсь, я говорю просто слова благодарности. Я говорю Богу, Боженьке, что... спасибо за все то, что у меня есть на сегодняшний день, что со мной есть мои близкие люди, что я здорова, что мои близкие люди счастливы, здоровы. Я в принципе, я не помню, я просила, наверное, вот последний раз за здоровье своего папы, все.
так, чтобы я прям просила, у меня не было никогда. И там, Господи, дай мне пятерку, когда я училась в школе, многие так делали, я никогда этого не делала. Я всегда относилась к этому очень просто. Ну, получила я двойку, да ради Бога, Господи, ну, что, теперь мир перевернулся? Я как-то очень все спокойно ко всему относилась, для меня никогда это не было важным. Я считала, что если что-то и просить, то это должно быть настолько фундаментальным, а вот это вот просто «дайте мне машину» или «Господи, почему я такая бедная и несчастная?» — это все в наших руках. Я не считаю, что от того, что мы попросим, вдруг нам завтра на голову это упадет. Поэтому индифферентна ли я к вере, я не знаю. Но я верю в Бога, я верю в то, что нас кто-то создал. Я верю во все это, но я не готова, понимаете, себя, например, посвятить полностью тому, что написано в книге, и поступать так, как там написано, и жить только вот, вот этими вот какими-то законами. Я не готова, это все не мое. Я считаю, что нужно жить по совести, нужно быть хорошим, честным, добрым человеком. А дальше это уже ваше право, понимаете? Мы люди, мы все сосуды. Чем мы будем заполнять этот сосуд, это зависит только от нас. Поэтому есть очень много верующих людей, но при этом они помолились и тут же пошли грешить, и для них это нормально. Ну, подумаешь, я же сейчас через 2 часа помолюсь, поэтому все нормально. Я специально выписала все то, что мне сказал батюшка, и он мне сказал, что я уже потеряла свою человечность тем, что я задаю эти вопросы. Это раз. Во-вторых, такой человек, он уже не может быть счастливым, потому что грех — это нарушение правил воли Божьей. И считается, что все вот такие вот страдания по жизни, которые нам достаются, они как раз-таки связаны с нашими грехами, и никак иначе. На что я ему сказала, что я вас услышала, я вас поняла, но я, пожалуй, пойду, потому что я не могу это реально слушать, и... Ну, я не знаю, как это возможно. Также я хотела бы поговорить о фанатизме. Я выписала фразу, это из книги Шантарам, и когда я ее встретила, когда я ее прочитала, у меня было что-то, знаете, наподобие: «О, слава Богу, я нашла это!» Потому что, ну, это именно все то, что я говорила выше. Так вот, фанатизм — это противоположность любви. Как-то один умный человек, мусульманин, между прочим, сказал, что у него больше общего с разумными, рационально мыслящими идеями христианов, буддистов или индусов, чем с фанатиком, поклоняющимся Аллаху. Даже разумный атеист ему ближе, чем фанатик-мусульманин. И здесь я ликовала, потому что вот это вот, оно относится ко всему. Понимаете, люди, загоняя себя в какие-то рамки, в какие-то шаблоны, вот именно вот этот вот фанатизм, он иногда убивает все то, что есть прекрасное в человеке. Что думаешь насчет всем известной, как закон природы, разумеющейся полигамности мужчин? Но давайте так, я считаю, что если есть любовь, то не может быть измен. Но я не понимаю, как можно изменить. Для меня это непонятно. Когда люди изменяют друг другу, это не любовь. Для меня это не любовь. Я не могу даже представить, чтобы я с кем-то общалась. Я не могу себе в мыслях представить, чтобы кто-то был между нами. Но для меня это невозможно, понимаете?
понимаете? Есть какие-то рабочие моменты, да, ну, приходится общаться там с мужчинами, но если я вижу, что на меня даже мужчина смотрит не как там по работе, не как на какую-то там, не знаю, одноработница. У меня слово это выпало из головы, но я думаю, вы поняли, на коллегу, да, то я вижу, что он на меня смотрит как на женщину, мне будет даже неловко, мне будет неприятно, потому что я принадлежу одному мужчине, и я не хочу, чтобы на меня кто-то смотрел с какими-то непонятными мыслями и желаниями, потому что я только его, и все. И, ну, я считаю, вот это так. Вот мой мужчина, это будет моим богом, это будет моей вселенной, это будет мое все, мой мир, мои глаза, мои руки, мое дыхание, мое все. И если произойдет измена, то я понимаю, что я точнее представлю, что это не мое, что все это развалилось, я не знаю, то мне писали, как бы ты отреагировала, если бы тебе изменили. Я думаю, что я бы не смогла бы дышать. Но я просто помню, когда у меня с папой то, что произошло, у меня в жизни впервые я задыхалась. То есть, ну, я люблю своего папу очень сильно. И я думаю, что многие по моим видео понимают, когда я даже говорю о папе, я испытываю, ну, столько положительных эмоций. И я люблю его душу. Я знаю, что мы не вечные, его душа, она будет всегда рядом со мной. Когда я поняла, что его может не стать, что я его никогда больше не увижу, я стала задыхаться. Я реально не могла дышать. У меня даже бабушка приехала с Новошахтинска, потому что мама думала, что все, мы, короче, меня теряем, потому что я не могла реально дышать. В моей жизни это было впервые. Но то же самое, я больше чем уверена, я не смогу. И когда люди так поступают, они не уважают себя. Но, еще раз повторюсь, я никого не осуждаю, и если вы изменяете, то ради бога изменяйте. Я, ну, у меня среди моих знакомых, наверное, все изменяют, и это считается нормально. Поэтому осуждать кого-то, ну, нет, я не осуждаю. Просто я другой человек, вот, наверное, поэтому я и одна. Но я и говорю, что я лучше всю жизнь буду одна, чем быть непонятно с кем. И мой человек — это будет все для меня, это будет мой Бог. И я точно знаю, что по-другому в моей жизни не будет никогда.